Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Зачастую эти люди более склонны направлять свой дар любви в другие русла – материнской любви, идеалистической привязанности, преданности любимому делу, служения идее и тому подобное. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Они готовы отдать все, но их чрезмерная опека иногда приносит больше вреда, чем пользы, как им самим, так и их близким. Эта вибрация исключительно полезна в соединении с мягкой и гармоничной вибрацией внешнего выражения и, напротив, совершенно негативно в комбинации с экстремальными вибрациями. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. В отношениях владельца имени проявляют инициативу и очень часто собственнически относятся к партнеру, считая себя единственным спасителем. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. У обладателя, согласно Л в имени, тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Обладатели этого имени должны стараться быть более современными и восприимчивыми к новому, поскольку имеют склонность жить прошлым и замыкаться в кругу условностей и традиций. Активизирует воображение. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.